Добрый вечер. В прямом эфире программа «Телемикс Новости» в студии Екатерина Рехтина. Смотрите сегодня в выпуске. Герой из Воздвиженки. Валерию Горобец, которая спасла брата при пожаре, наградили сотрудники МЧС. Блокадный хлеб. Всероссийская акция проходит в Уссурийске. Рост цен. Пшено подорожало почти в два раза. Пережил блокаду. Вячеслав Соловьев рассказал о тяжелых годах в Ленинграде. Встреча с ветеранами, беседу о войне провели в детском саду. «Жар птица» – постановку об оккупации показали школьникам. Героями становятся юная жительница нашего округа Валерия Горобец, удостоена именно этого звания. В начале января семиклассница Воздвиженской школы спасла при пожаре брата. Сегодня девочку наградили грамотой и памятным подарком сотрудники МЧС. На торжественной линейке в школе побывала и наша съемочная группа. Торжественная линейка в Воздвиженской школе. Повод для такого сбора особый. Семиклассницу Валерию Горобец награждают почетной грамотой от МЧС. 7 января при пожаре школьница спасла родного брата. Открытый огонь, сильнейшая задымленность комнат не остановили ребенка на пороге. Девочка отважно бросилась в горящий дом. Поступок, конечно, неординарный, потому что мало того, что это нужно оценить, откуда зайти, как более-менее, то есть именно произвести те манипуляции, да, которые сохранят и тебе жизнь, и сохранят тому человеку, за которым ты туда, допустим, полез или зашел. Поэтому, конечно, случаи редкие, тем более девочка маленькая, семиклассница, но при этом она все сделала верно, и оба они остались живы. Юная Валерия – герой. И хотя на лице уже зажили ожоги, страшные картины из памяти еще не стерты. Девочка с тяжестью на душе вспоминает все подробности того рокового дня, когда лишилась крова и могла потерять родного человека. Взрослых дома не оказалось. Девочка отправилась в бойлерную протопить печь. Крик брата вернул ее домой. Все вокруг уже полыхало. Я вбежала, смотрю, там дым, потом выбежала, подумала, разбить окно или войти через дверь. Подумала, что в окно будет очень долго и может баллон с газом взорваться. Но бежала через дверь, нащупала его, потому что там все было в дыму. Считанные минуты ушли на принятие решения. Секунда промедления, и трехлетнего Дениса уже было бы не спасти. Поиски в задымленном помещении, казалось, длились вечность. И вот напуганный братишка наконец нашелся. Практически босиком ребенок с ребенком на руках побежала к соседям. Уже позже приехали родители, спасатели и спецслужбы. Дом спасти не удалось. Слава богу, уцелело самое ценное, говорят взрослые. Сначала было такое недоумение. Маленькая скромная девочка. Потом осмыслили все, конечно, всю вообще трагичность ситуации и то, что сделала Лера, естественно, восхищение тем, что вот у нас в школе есть девочка такая, что она сумела совершить этот подвиг. Жизнь вернулась в привычное русло. Лера также учится, общается с одноклассниками, постигает школьную программу и немного скромничает, когда слышит похвалы в свой адрес. Ведь героем себя не считает. Девочка спасла родного человека. Уверена, так поступил бы каждый. Сейчас вся семья живет у бабушки, планируют восстанавливать дом. Внести свою лепту в строительство может каждый. Контакты отца семьи на экране. Телефон привязан к банковской карте. Попробовать блокадный хлеб предлагают уссурийцам. В городе проходит всероссийская акция. Людей знакомят с историческими событиями и раздают кусочки символической выпечки. Это карточка, которая выдавалась, чтобы люди выдавали хлеб. Вы можете при желании взять кусочек хлеба как символ акции. 125 граммов хлеба – символ жизни и надежды. Такой была суточная норма для основного населения блокадного Ленинграда. По составу, конечно, изделия отличаются. Сейчас это обычный черный хлеб. В тяжелые годы войны в выпечке могли быть мука из обоев, пыль, кора деревьев и много другого. У меня дед вот воевал, без вести пропавший. До сих пор. Вот. И очень-очень даже приятно, пока это не забудем, не забывать, чтоб всем здоровья, конечно, чтоб не забыли. Это надо делать, чтобы молодежь знала историю, потому что часто, ну, все как-то они больше в интернете и знают, кто желтую прессу, нежели чем историю.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Почти 900 дней жесткого испытания для жителей. До начала военной изоляции в городе проживали почти 3 миллиона человек. В тяжелое время люди работали на предприятиях, ремонтировали технику, выпускали боеприпасы. От бомбежек и голода погибли сотни тысяч ленинградцев. К снятию блокады на территории осталось в 5 раз меньше жителей. Спасибо за акцию. Спасибо за внимание. Побольше, чтобы молодежь знала об этом. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» продлится в Уссурийске в выходные дни и на следующей неделе. В субботу и воскресенье в супермаркете «Фреш» по Ленинградской 31 и Кушнира 2А. В молодежном центре «Горизонт» к событию присоединятся в понедельник, 27 января, с 15 до 16 часов. В это же время жители других микрорайонов могут узнать о блокадном хлебе в ДК «Дружба» и «Искра». Виктория Калинина, Екатерина Рехтина, Роман Адонин, «Телемикс». Цена на пшено выросла почти в 2 раза. Стоимость килограмма поднялась на 83% по всей стране. 2 года назад крупа стоила около 40 рублей, теперь же больше 70 за кило. Причем пшено не самый популярный продукт у россиян, но входит в список социально значимых. А цены на такие товары отслеживает государство. Эксперты считают, что стоимость выросла из-за сокращения посевных площадей проса в 2 раза за 3 года. Цены на другие крупы тоже выросли, но меньше. Рис поднялся на 9%, гречка на 5%. Спасать второй раз уссурийских мишек не нужно. В этом сегодня убедилась наш корреспондент Тамара Илюхина. Резонанс в соцсетях появился после того, как было озвучено предложение зооэкспозицию с территории городского парка убрать. Какие причины предшествовали такому радикальному решению, смотрите в нашем сюжете. Зоопарк на территории Дара необходимо перенести. Задуманная как временное пристанище территории для пострадавших во время наводнения животных проработала 5 лет. Причин найти другое место мелким и крупным особям, среди которых медведи, лев и еноты, много. Одна из них – многочисленные жалобы посетителей парка и жителей ближайших домов на такое соседство. Сегодня мнение уссурийцев сходится на одном. Главное, чтобы самим косолапым было хорошо. В Борисовке-то там есть зоопарк. Вот туда только, а как больше нет. А так не должно быть. Если все условия для медведей соблюдены, и они ни в чем не нуждаются, пусть живут, потому что их в дикую природу невозможно отправить. Они уже, можно сказать, ручные, и с ними ничего другого не сделаешь. Почему бы и не содержать их, если условия хорошие? Ну, то есть питание правильное, да, и место достаточно. Места недостаточно. Требования к зоопаркам ужесточили. Тех просторных вольеров, которые администрация округа установила для медведей 5 лет назад, согласно новым ГОСТам, мало. Есть и другие нарушения. Например, в клетках для белогрудых не должно быть бетона. Обязательно и наличие водоема. Сейчас данный вид деятельности относится к лицензированному виду деятельности. То есть все зоопарки, зоосады, зоотеатры, цирки, дельфинарии и так далее и тому подобное должны получить лицензию на осуществление данного вида деятельности до конца января 2022 года. Зоопарк с медведями расположился в парке Дара с 2015 года и изначально рассматривался как временный вариант. Требовалось экстренно, в короткие сроки найти подходящее место. На сегодняшний день городской парк остается одним из самых популярных мест отдыха для уссурийцев. В этом году территорию ждет реконструкция. В связи с реконструкцией парка, запланированной в этом году, вот, сейчас решается вопрос, будет решаться вопрос по поручению главы на общественных слушаниях о перемещении этих медведей. Сами уссурийцы их примут решение, куда мы их переместим. Ну и, соответственно, будем искать наиболее лучшие условия для них. Сейчас только подбираются варианты и проводятся переговоры. Ищут тех, кто может принять диких животных. Зоопарк «Чудесный» утвердительный ответ дает пока только насчет небольших зверей. Здесь уже есть 2 белогрудых мишки. Вольеры сделаны в полном соответствии с требованиями. Принять других косолапых означает перепроектировать территорию, построить новые загоны, а также увеличить финансирование. Как справиться с такими сложностями и за счет чего содержать дополнительных питомцев, непонятно. Если у наших медведей практически 300 квадратных метров, это не только сейчас будет площадь, но еще высота, ширина для медведей. И еще в каждом
В вольере должен быть свой водоем. У нас 2 водоема. Территория у нас позволяет, потому что сейчас территория 2 гектара, а у нас 12,5 гектар. Это еще в 5 раз больше. Но чтобы принять, даже если мы допустим, что мы изъявим это желание, но территория не расширена, это раз. Во-вторых, содержание в год. Зоологи выступают категорически против расположения животных в черте города. Закон тоже не на стороне экспозиции в городском парке. И хоть руководителям подобных организаций дается целых 2 года на устранение несоответствий, у этого места шансов все равно нет. Для расширения не хватит территории. Однако судьбу мишек все равно будут решать жители Уссурийска на публичных слушаниях. О дате и времени проведения администрации округа сообщит дополнительно. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. Индексация материнского капитала произошла с 1 января этого года. Теперь господдержка за 2-го ребенка составляет 466 тысяч 617 рублей. Увеличивается ли сумма средств тех сертификатов, которые выданы на руки, а также частично использованы? Ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». Мы оформили материнский капитал 3 года назад, средствами не пользовались. Очень интересно, а ежегодно при индексации сумма увеличивается или нет? Действительно, с 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличился и составил 466 617 рублей. Для владельцев сертификатов, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы материнского капитала также был увеличен с учетом темпов роста инфляции на 3%. С начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Уссурийском городском округе выдано около 13 тысяч сертификатов на материнский капитал. Более 2500 семей уже направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Самое популярное направление – это погашение ипотечных кредитов и займов. Почти 3000 заявлений. 2 человека перечислили средства материнского капитала на накопительную часть пенсии будущей мамы. С 2018 года более 350 семей воспользовались возможностью получения ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала, размер которой в 2020 году составляет 14 442 рубля. Кроме того, свыше 2000 уссурийских семей инвестировали средства в образование своих детей. С начала этого года значительно растет количество семей, направивших средства материнского капитала, в том числе и на оплату на содержание малышей в детских садах, на оплату услуг дополнительного образования. По всем возникающим вопросам звонить по телефону горячей линии в управлении 31 51 10. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Пережил блокаду. Вячеслав Соловьев рассказал о тяжелых годах в Ленинграде. Встреча с ветеранами, беседу о войне провели в детском саду. «Жар птица». Постановку об оккупации показали школьникам. В шарик знают все на свете. Даже очень маленькие, маленькие дети. Малочку любимая, малочку полезная, да незаменимая. Всем вокруг известно. Мама в магазине часто покупает и в мою любимую чашку наливает. Вкусная-привкусная, милая-примилая. Малочку волшебная, чашечка любимая. Строительная производственная компания «Главмонтаж объединения» предлагает 1- и 2-комнатные квартиры в сданном 12-этажном доме по улице Выгодной 2/1. Без долевого участия с оформлением в собственность. Квартиры подходят под льготную ипотеку 2% на Дальнем Востоке. Материнский капитал. По всем вопросам обращаться по телефонам 26 99 72 и 26 93 65. Отдел продаж. Торопитесь! Скидки 30% на все шубы. Шубу купить успей и выиграй 1 000 000 рублей. Приходите на выставку «Шубы на расхват». Выставка пройдет 27 и 28 января в молодежном центре «Горизонт».
Широко известная сеть гипермаркетов «Маяк» теперь в Уссурийске. Гигантская территория и тысячи наименований товаров. Огромный выбор конфет, бытовой химии, консервов, колбасных изделий, товаров для дома и предстоящих праздников. Качество отменное, цены приемлемые. Ждем вас на улице Некрасова, 258, база КПС. Теперь железнодорожная больница города Уссурийск проводит лапароскопические операции грыж. Такие операции снижают послеоперационный болевой синдром, ускоряют восстановление и дают наилучший косметический Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Был жителем блокадного Ленинграда, сейчас житель Уссурийска. В преддверии Дня освобождения города-героя наша съемочная группа встретилась с Вячеславом Соловьевым, который не понаслышке знает, что творилось в пределах Стального кольца. Подробности в материале Тамары Илюхиной. Супружескую чету Соловьевых знают и уважают. Каждый замечает огонек в глазах, умение ценить простое и радоваться жизни. Вячеслав Валентинович – житель блокадного Ленинграда. Ему было всего 2 года, когда в город пришла беда. Супруга отмечает, что страшные события, которые муж встретил ребенком, хорошо отпечатались в памяти и оставили неизгладимый след на характере. Прекрасный человек, как семьянин, как муж вообще хороший человек. Он во всем помогает, во всем стремится, во всем помочь, хочет, чтобы мне было все хорошо. Не только ему, а чтобы мне все было хорошо. Он в первую очередь думает, как бы мне было хорошо. Он такой заботливый, очень хороший. Вячеслав Валентинович ребенком был эвакуирован из пострадавшего города. Всю свою жизнь восхищается красотой Санкт-Петербурга, но, говорит, старается обходить его 10-й дорогой. Поменял множество мест проживания и однажды остановился на Уссурийске. Долгие годы блокадник не может забыть тот самый хлеб. По консистенции клейстер, даже запаха хлеба-то не было, а на вкус никто, говорит пенсионер, не думал о вкусе. Это было 5% муки. Там 3% как опилок, остальное отруби, всякая шелуха и шишки молотые сосновые. Вот еще состоял блокадный хлеб. Ели обои, которые размачивали в воде, жевали кожаные изделия. Помимо голода было отсутствие водопровода и отопления. Канализация не работала, электричество не поступало. Топить нечем было, потому что полы были сорваны, двери нету, мебель вся сожжена. Все это для того, чтобы согреться как-то. Вячеслав Соловьев хоть и был ребенком, но не раз анализировал события в родном городе. Враг надеялся сломать людей, заставить идти друг на друга. Однако заводы работали, блокадники, кто мог передвигаться, ходили в театры и на концерты. Немцы подошли и встали около города. А когда поняли, что кушать ленинградцам почти нечего, так они просто окопали в землю, закопались, построили доты и стали ждать, когда вымрет Ленинград. Русский дух не сломить. Житель города-блокадника невольно передает настроение обессиленных, но героических людей. Не фашисты терпеливо ждали смерти ленинградцев, считает Вячеслав Валентинович. Я считаю, что мы могли в любой момент прорвать блокаду, но если мы прорвали блокаду, так, то немцы понесли потери, но все равно сдержали бы нас. Понимаете? Мы ждали, когда немцы, ну как вам сказать, выдохнутся. 150 тысяч бомб и снарядов пробили километровый коридор только в 44-м году. Стальное кольцо было разорвано. Случилось это 27 января. Сразу продолжили буквально за 2 недели дорогу, 30 километров, и пошло снабжение. И что вы думаете, в первом вагоне в Ленинград привезли? Кошек. Кошек, привезли целый вагон кошек.
Кошек привезли, чтобы животные истребили крыс, которые распространяли эпидемию по городу. Но это было когда-то. Сейчас Вячеславу Соловьеву 80. Кажется, вкус к жизни после печальных событий в далеком детстве не то что не пропал, а даже удвоился. Увлекается спортом, любит активный отдых, регулярно с женой ходит в театр. И еще уж очень любит петь. Счастлив судьбой я, честное слово, жизнь превосходна. Дельца такого, вроде меня. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. В продолжении темы о блокаде Ленинграда говорят в школах и детских садах. Беседы, уроки мужества, патриотические акции проводят по всему округу. О том, как детям рассказывают о войне, услышала и наш корреспондент. Дети, плача, хлеба просили, и нет страшнее пытки такой. Ленинградцы ворот не открыли и не вышли к стене городской. Без воды, без стекла, без света. День похож на черную ночь. Может, в мире и силы нет, чтобы все это превозмочь. Умирали и говорили, наши дети увидят свет. Но ворота они не открыли, на колени не встали, нет. Малышам о важном с воспитанниками детского сада номер 40 провели беседу о блокадном Ленинграде. Педагоги уверены, рассказывать дошкольникам о мужестве и героизме важно. Такой возраст наиболее восприимчив к любой информации и наиболее благодарная почва, когда можно уронить туда зерно, потому что все, что познается в детском возрасте, отпечатывается в нашем мозгу и в нашей памяти, как самые яркие впечатления. Эта работа имеет продолжение 100%, и не важен возраст. На урок мужества руководство детского сада пригласило гостей. Среди них Василий Марчак. Ветеран труда, заслуженный учитель. Войну встретил 7-летним ребенком. 470 тысяч на кладбище Пискаревском. 470 тысяч, кажется, трудно представить. А я вам сейчас приведу пример. В Уссурийске где-то приблизительно 140 тысяч. Вот таких городов, как Уссурийск, это три города. Только в одном Ленинграде лежат на Пискаревском кладбище. Алибек Магомедов, ветеран вооруженных сил, имеет медаль за боевые заслуги. Был 4-летним мальчиком, когда началась Великая Отечественная. Вспоминает, как на фронт его мать провожала двух своих братьев, но так и не дождалась назад. Первый и последний раз этих людей я видел в 41-м году. До сих пор мы не знали, где они погибли, где их могилы. Но мы знаем, они сражались за Родину. Помогли провести патриотическую беседу и юноармейцы. Ученики 29-й гимназии добавили детям ярких впечатлений. АК-74 стал самым распространенным автоматом в мире. Выпущено более 100 миллионов копий данного вида оружия. Благодаря своей простоте, сборке и надежности он завоевал уважение большинства национальностей. И они взяли его на вооружение как основной вид оружия. Малыши своими руками сделали подарки для гостей, разучили стихи и приготовили музыкальные сюрпризы. Напомним, 2020 год объявлен президентом годом памяти и славы. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. В театре ВВО школьникам показали спектакль «Жар-птица». Дети под большим впечатлением выходили из зала. После постановки всем раздали символ жизни и надежды во время оккупации Ленинграда. Кусочек хлеба весом в 125 граммов. Печаль, горечь и надежда. Вот что увидели на сцене драматического театра ученики школ номер 22 и 133. Для детей с 5 по 9 класс здесь поставили совсем не детский спектакль «Жар-птица» о войне, о любви, о потере. Действие происходит в блокадном Ленинграде, ныне городе-герое. Школьники с большим интересом наблюдали за поворотами сюжета. Жар-птица горела, пылала, как и влюбленные сердца героев. Но у режиссера свое видение, и тогда то, что должно быть сильным, неожиданно стало тонким, хрупким, неуловимым и бесконечно печальным. И эту память, как бы нас ни жгло, не троньте даже добрыми руками. Когда на сердце камень, тяжело, но разве легче? Если сердце камень.
школьники приходят, студенты приходят на этот спектакль, обычные зрители. И никого этот спектакль не оставляет равнодушным. Я считаю, что это наша история. Мы должны это помнить, чтить память тех людей. Действительно, люди блокадного Ленинграда, что они пережили. Ой, не дай бог никому такое пережить. Целый час ребята впитывали и пропускали через себя настроение героев. Вышли из зала под впечатлением. Спектакль был очень эмоциональным, было очень интересно. Актеры красиво пели, было до слез, в некоторых моментах правда плакали. Неожиданно, но очень короткий. Нам хотелось бы даже это подольше, чтобы он шел. На выходе из зала детей ждали волонтеры со знаменитым символом жизни и надежды во время блокады Ленинграда кусочком хлеба весом 125 граммов. Дети отнеслись к такой акции с большим интересом. Каждый желающий получил по кусочку и таким образом смог проникнуться к истории. Также школьникам предложили подписать открытки для ветеранов войны. Это открытка ветерана Великой Отечественной войны. Что ты там написал? Чтобы они прожили еще долго и чтобы их не забыли, их подвиг. Напомним, что сейчас в Уссурийске проходит акция «Блокадный хлеб», которая посвящена 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. К событию присоединились театры, дома культуры, супермаркеты, а также учебные заведения нашего города. Екатерина Рехтина, Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс. Ясная погода порадует уссурийцев. В выходные температура воздуха будет держаться от минус 8 до минус 12. Антициклон, который установится над Якутией, будет распространяться и на Приморье. Поэтому на улице солнечно и в меру морозно. Ночами до минус 20. В будни по прогнозу достаточно тепло. Дневная температура от минус 5 до минус 10. В темное время суток 12-15 ниже нуля. Вторую половину недели прогнозируют пасмурной, но без осадков. В столице региона, Владивостоке, немного холоднее из-за сильного ветра. На этом пока все. В студии работала Екатерина Рехтина. Сюжеты также смотрите на нашем сайте telemix.tv в профиле сети Instagram. Хороших вам выходных. До встречи на нашем канале.